Сев с корабля современности Чайковского и Хачатуряна, Краснодарский музыкальный театр замахнулся на Земфиру, понимаешь, нашу Рамазанову. В нем приснился долгий поцелуй. Мы гуляли там по облакам. В премьере поставили балет на музыку известной рок-певицы. Обычно под Земфиру трясут хайром, а у нас в Краснодаре крутят фуэте. Постановка продолжения цикла «Новелл о любви». Автор скрестил коня и трепетную лань, современную хореографию с латиноамериканской сальсой. «Сны в кольцах одиночества» – так называется новелла. Наяву воплотил Александр Мацко. Он сегодня в нашей студии. Здравствуйте, Александр. Как публика отнеслась к такому неоднозначному спектаклю? Ну, я могу судить только по овациям, которые раздались в конце этого номера. Крики «Браво!» — это для нас была самая лучшая и высокая оценка. Но вот аргументы и факты, тем не менее, назвали ваши новеллы «Туманом» вместо хореографии. Как вы считаете, почему критики некоторые ваши сны воспринимают как кошмар? Дело в том, что они написали эту статью полтора года назад, когда мы только выпустили этот спектакль. С того времени этот спектакль обрел очень много новых новелл и об одиночестве, и о любви. И если бы сейчас хоть какой-нибудь критик пришел к нам на спектакль, я думаю бы, что статья была совсем другая. Другое бы название было. Анна Нетребко сказала, что чистый жанр сейчас никому не интересен. Что, допустим, оперу нужно совмещать с перформансом. Вы совместили балет с рок-музыкой. Как вы считаете, будущее все-таки за смешением жанров? Да, я очень люблю, когда искусство становится синтетическим с хорошей стороны, когда в балете, например, есть видеопроекция, а в опере есть балет, и в драматическом театре, когда есть опера. Я, ну, ставлю такие спектакли везде у меня, и в драматическом театре есть «Опасные связи», где есть оперная певица и балет, и это, мне кажется, интересно для зрителя. И все-таки, почему Земфира, скажем, не Игорь Корнелюк, который даже спел про билет на балет? Я считаю Земфиру потрясающим примером поэзии сегодня. Она соединена, эта поэзия соединена с такой музыкой прекрасной. Под нее нельзя не танцевать. Земфира знает? Ну, сейчас скоро узнает. Скоро узнает. Да, мы не хотели заранее ее обрадовать. Спасибо, до встречи на ваших премьерах. Всего доброго. Спасибо. От высокого искусства.